А в Алматы подвели итоги второго республиканского чемпионата по робототехнике. Алматыда студенттер арасында робототехникадан екінші республикалық чемпионат. 13 команд, это больше сотни студентов. В Алматы нашествие роботов, их привезли из всех регионов страны на республиканский. Робокон-2021. Мероприятие приурочили к 30-летию независимости страны. В числе организаторов турнира фонд Нурсултана Назарбаева, Акимат Алматы и Евразийский технологический университет. Команда наконец-то на травму со счетом 3-2. А теперь 3-2.